Финал 7-го вокального телефестиваля состоялся при полном аншлаге. Самые нетерпеливые зрители пришли за час до концерта и наслаждались предпраздничной атмосферой городского дворца культуры. Для большинства финалистов «Поющего города» это первый в жизни гала-концерт. Позади месяц репетиций. Наш проект «Поющий город» поистине народный. Любой житель города, любой, каждый из вас может прийти в ноябре месяце, в назначенный день, спеть свою любимую песню, испытать себя и попасть в заключительный звездный гала-концерт «Поющего города». Занавес, и все прошло под бурные аплодисменты зрителей и крики «Браво!». Полтора часа на одном дыхании. Это был не просто концерт, это был парад эмоций и выплеска чувств, порой непривычных для самих исполнителей. Участников отборочного тура вышли в финал. Кроме главного приза, участия в гала-концерте, каждый получил подарки от спонсоров и организаторов. Бийская медиагруппа традиционно вручила приз победителю в номинации «Приз зрительских симпатий». По итогам онлайн-голосования на сайте «Бийский рабочий» приз вручен Ангелине Шмыриной. Кроме того, впервые был учрежден специальный приз от БМГ за волю к победе. Были тронуты, были просто потрясены силой воли этого человека, его целеустремленностью и стремлением к победе, вопреки всему и несмотря ни на что. Сергей Морозов, мы вручаем вам специальный приз Бийской медиагруппы при поддержке спонсора «Золото России». Поздравляем вас! За волю к победе! Успеешь ты желание. Гала-концерт «Поющего города» состоялся. Скоро Новый год. И по традиции последнее слово всегда предоставляется Деду Морозу. К нам в гости мчится Новый год! Пусть ваше сердце наполняется любовью и песни каждый день душа поет. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Сергей Доровских, Андрей Сигаев. Будни. Это праздник света и любви.